20 лет назад мы приехали сюда втроем. Этот остров стал для нас раем. Я чувствовала, что мне ничего больше не надо, кроме любимого мужчины и ребенка рядом. Когда на нашем острове появился ты, я была напугана тем, что рядом с нами будет жить чужой человек. Но узнав тебя поближе, я почувствовала, что встретила родственную душу. Зачем ты сейчас все рушишь? Хватит, хватит, хватит! Я убью вас обоих. Я закончила операторские курсы в этом году. Ну и нашла вот эту историю про исчезнувших метеорологов. Хочу снять документальный фильм об этом. Возьмите меня в напарники, я там быстро все освою, обещаю. Это в гидрометцентре решают. Но ведь жену вы можете взять и без гидрометцентра. Ольга! 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 Вам! Андрей! А это комната тех пропавших метеорологов. У них на стене висит фотография, они с ребенком. У меня здесь никакого ребенка не было. Там что-то есть. Там тело. Ты сумасшедший! Там нет никого! Будешь лезть в эту историю, исчезнешь вместе с ними.